Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, ну, Хантер не случайно тебя выбрал. Просто он сразу понял, а я не сразу. И из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить? Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Тут, кстати, торговец-оружейник заночевал. Присмотрись, есть неплохие стволы. Вот правильно, доченька. Помогите старику выжить в наше нелегкое время. Прикупите пару стволов. Ну что там? Сообщили, что выдвинулись. В дороге. Скоро должны быть. Отлично. Ты в катакомбах бывал? Саня, как там? А что там вы видели? Да проходили как-то. Древние церковные катакомбы. Даже представить себе не могу, сколько им лет. Вот и войну ядерную пережили. Во время войны в них люди из церкви прятались. Потом куда-то сгинули. Может, в большое метро перебрались, а может... Ну, всякое болтают. Это ты про большую мамку? Это еще кто? Ух ты! Наши-то как быстро домчали! А ну-ка проверь, на всякий случай. Пароль. Застава! Старый пароль. Чёрт. Голос знакомый, черт, не могу вспомнить. Стоп! Да это Лесницкий. Ого! Приз-сюрприз! Нет, Анечка, я вас не предавал. Просто вам я никогда не служил. Нет! Эту с собой! Все, живо! Уходим!
Thank you.
Все дороги ведут на Октябрьскую. Там находится Черный. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя Лесницкого. В противогазе была. Если заразиться, ей хана. А дохла, ей грош цена. И что с ней делать? Запри отдельно и глаз с нее не спускай. Отвечаешь головой. Когда закончу, я ее заберу. Да что ж вы творите? Простых людей убиваете! Коммунисты называются! Палачи! Мы выполняем приказ руководства Красной линии не допустить распространения эпидемии, а вы все заражены! Вот-вот! И прекращая ваше мучение, мы как раз спасаем простых людей всего остального метро! Но что? Как? У нас же даже температуры! Даже температуры! Ёлки-палки, ты чего, в упор уже попасть не можешь? Притомился? Да ладно тебе, сам подохнет! Какой сам подохнет? Сейчас Летёха придет, он тебя рядом с ними положит. Давай, кончай его! Тут у них из полезного. Каски стальные. 6 штук. Противогазы. 17 штук. Ну-ка. Вот это точно пригодится. Что?
помочь. Теперь задача – обработать второй сектор станции. Выполняйте! Все же видно, послышалось. Что? Что за... Кто здесь? И раз! Надо долго попросить. Пусть даст чего. Добить, что ли? Так при смене учились еще. Ну, все равно меньше часа осталось. Операция проходит по плану и будет завершена в течение часа. Ну что ж, эксперимент прошел успешно. Надо доложить генералу Корбуту. Сделаешь? Так точно. А что за девку повели? Да это Лесницкого бобец. Ну типа заложница для переговоров с орденом. Хотя, знаем мы эти переговоры.
Тяжелый какой гад. Осторожней, осторожней, не забрызгайся. Мерзость какая. Противник близко! Убит! Тревога! Тревога! А тут? Никуда не денется! Обходите его, мужики!
Тревога! Артём? Не дергайся, а то глотку ей перережу. За Аней, значит, пришел. Герой. Ладно, герой. Предлагаю сделку. Снимай противогаз. И я ее отдам. Считаю до пяти. Не надо! Зачем? Зачем ты это сделал? Скорее! Надо успеть! До кольцевой! Там Ганза! И наши! Черт! Сейчас только задохнуться! Не хватало! После такого... Они могут быть заражены. Черт, это же рейнджеры! Артем, я здесь! Они же без масок! Противогазы!